К Станиславу Валерьевичу я попал около 3 лет назад, и могу сказать, что эти 3 года были очень плодотворными для меня. Справедливости ради надо отметить, что я был далеко не самым прилежным учеником. Я не могу сказать, что я посетил абсолютно все занятия, я не могу сказать, что я стабильно выполнял домашнюю работу на 100%. Не надо брать с меня пример, это важно. Но тем не менее, это время оказалось для меня действительно очень продуктивным, и я остался очень доволен результатом на ЕГЭ. Я получил 92 балла, и сейчас учусь в одном из самых лучших вузов России, в Московском государственном институте международных отношений. Считаю, что это вполне неплохое достижение. Что важно отметить? Может быть, Станислав Валерьевич не соблюдает многие условности, которые, в принципе, ассоциируются у нас с педагогом. Но я не считаю, что это большая проблема. Более того, неформальная обстановка чаще позволяет нам легче проводить занятия. Например, я не могу назвать ни одного случая, когда бы занятие прошло скучно, очень долго, неинтересно, нудно. От этого вы точно страхуйтесь, если идете к Станиславу Валерьевичу. Поэтому всем советую.